Здравствуйте, дорогие друзья, любители живописи! Мы рады вас приветствовать в Центре современного искусства «Аурум» в главном зале. И сегодня у нас начало февраля 2019 года. По китайскому календарю скоро 5 февраля будет переход от года собаки к году свиньи. И вот какие-то такие торжественные настроения начинаются, типа пробуждается весна, типа пробуждаются человеческие чувства вот от этих зимних, да, тяжелых таких дней, когда, ну, погода очень влияет на человека, и вьюги, заморозки, поэтому люди придумывают себе очень много зимних праздников, потому что они хотят в противовес вот этой вот погоде развеселить себя каким-то образом и как бы запомнить это время, что они могут пережить эти зимние тяжелые погодные условия. И множество праздников и каких-то таких вот посиделок, вечеринок, песни, какие-то колядки, да, люди придумывают. А вот в феврале, посмотрите, прислушайтесь к себе, начинается уже такое, несмотря на то, что по-украински он называется лютый, начинается уже такое, как чуть-чуть пробуждение, уже какие-то начинают такие возможности прибытия весны. Вот так назовем. И, конечно, первый праздник, который нас ждет, это День Святого Валентина, когда влюбленные люди, кому повезло влюбиться, начинают дарить друг другу подарки. Ну, лучшим подарком, конечно, является цветок, но он недолговечный. Вот поставили цветок, и он тут же на третий день уже завял. А мы с вами хотим сделать такое событие, запоминающееся, как живописный подарок. И вот, допустим, у нас сегодня вот такая маленькая чашечка кофе, да, кофе в постель. Все влюбленные приносят друг другу. Какое-то такое письмецо вот здесь, любовное, в атласной ленточке, да, какой-то серебряный подносик и, допустим, вот такой вот цветок вот так положим, как закрытый тюльпанчик, да, и вот кофе в постель, когда влюбленные приносят.